Ошибка пилота и неисправность техники остаются среди версий крушения. В начале версии было 15, но после расшифровки двух найденных бортовых самописцев их стало в два раза меньше. После предварительных расшифровок первого накопителя мы сделали выводы о том, что теракта, ну, во всяком случае, взрыва на борту не было. Это я могу сказать вам точно. Ну, теракт – это же не только взрыв, могло быть какое-то механическое воздействие, понимаете? Какого рода? Ну, любого рода. Не обязательно, что теракт связан именно с взрывом. Поэтому повторяю, что мы эти версии пока, ни одну из этих версий мы пока не отрицаем.